Всем привет, на связи Андрей Петровский, это мой видеоблог «Полная Ж». Полная жизнь, разумеется. Сегодня в Ставрополе проходит трейловый забег, и вот смотрите, сколько людей собралось здесь для того, чтобы пробежаться по лесу, по пересеченной местности и доказать, что они классные, крутые и вообще мощные. Забег замечательный не только тем, что здесь можно побегать, но также можно попробовать хождение по стропе или слэклайн. Вот, смотрите. Ну что ж, все бегут, и я бегу. Привет, куда бежим? Привет, по трассе. По трассе? В общем, короче, мы бежим куда-то по трассе, запустили трекер. Вот по таким замечательным, интересным местам пролегает маршрут Ставрополь Трейл 2017. Организаторы, конечно, молодцы. Вот такие вот интересные спуски на дистанции. Настя, привет. Привет. Как тебе этот спуск? Пока легко было. Легко было. Так. Да. Дальше у нас очередное препятствие. Преодоление речки. Опа. Препятствие взято. Посмотрим, что нас ждет дальше. Вот посмотрите, в какой красивой компании мне приходится преодолевать трудности. Этот препятствия. Ставрополь Трейл. Все трудности, препятствия, лужи, грязь. Привет! Мы пробегаем Камсак. Вон он там. Блогеры, блогеры, сейчас дуэль будет. Давай, Привет, недалеко Миша. Там. Зарядка села. Сколько осталось? Километра полтора. Но в горочку. Полтора, да? Да, в горочку, горочку там. По грязюке, сейчас будет вам кайфец там вообще. Финишные ступеньки. Вот и завершился мой первый трейловый забег. Я выжил в этой грязи, в этой старопольской грязи, в этом лесу, в этих подъемах, в этих спусках и заработал вот такую вот классную эко-медаль. Друзья, бегайте, живите полной жизнью, занимайтесь спортом и любите природу. Это же сам кобра. Бросок кобры. Красава. Номер 267, Дарья. Даша, Даша! Анатолий, где наши подарки? А я думал, Анатолий второй. Вот так вот. Ура, еще раз! А целоваться? Целовать, давай. Ой, растеряли. Смущаются. Молодцы. Второе место, номер 234, Елена. Ура! О, я бежал с ней вместе. Ага, я помню. Поздравляю. Молодцы. А что-то у нас третье место больше. Хлопаем. Руки разогреваем. Молодцы. Барабанная дробь, первое место у девушек.
представитель клуба любителей бега «Регион 26» ну Ирина Зетова, 224. Просто народ Ирина Терминатор. Привет, друзья! Молодцы! Ура! 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 По времени, ребят, по времени! Ты его как одеваешь в армию, знаешь это? Молодец! Красавчик! Хорошо, что я шагрил, связать почаще. Ладно, второе место, номер 78, Панихин Денис! Ура! Молодец! Молодец! Это стопудовый адидасовец, он это, видишь, он знал заранее все. Молодец! Ура! И значит, нет, Мельтони впереди. И мельтониевый бог. Повелитель кроссовок и трусов спортивных. Алексей Ваварин! Так ты с открыто бежал. Уже открыл на первом круге. Молодец, Алексей. Молодцы. Ура! Давай побежи, кто-нибудь, давай, там первые вещи, я спрячу. Что-то ты, короче, спорт тебя убил совсем, мой друг. Ладно, открывайте рот. Молодец, молодцы, ребят. Лопаем. От тебя хочу добавить, в трейловом беге нет победителей, нет никогда побежденных. Ир, ну скажи, пожалуйста, вот ты уже бегаешь много, как тебе удается все время быть первым, все время побеждать? Ой, всем привет, во-первых. Ну, я не знаю, ну как-то вот получается. Так, я не знаю, Андрей, что мне сказать вообще. Скажи, что ты просто быстро бегаешь, и ты терминатор. Хорошо, я быстро бегаю, я терминатор. Достаточно. Такого еще не было, у тебя выпустили. Дай камеру. Камеру отдай, слышь, братан. О-о-о. Дорогая? Да. А, позвони, дай.